Всем добрый вечер. Сегодня закрыл сделку по акции Мечел и хочу вам ее показать. Вообще Мечел я очень люблю, потому что он дает мне, ну вот смотрите, зарабатывать, да. Там полтинничек, там 28, да. Здесь тут 37, тут 32, да. И вот здесь он меня отстопил не очень давно. И вот сегодняшняя сделка, двадцаточка. Сделка не по фэншую, потому что закрыл я ее рано. Можно было сидеть еще немного, вот как минимум хотя бы до наклонной, вот до этой. Да, но мне некогда, мне завтра некогда будет смотреть в телефон. И как еще раз хочу сказать, что Мечел очень волатильный инструмент, и он мог просто улететь там и даже вот этой двадцатки меня лишить. Зачем? Ну вот закрыл и все. Давайте я ее покажу. Откроем часовик. Сейчас мы ее расширим во всю Ивановскую, да, чтобы вам лучше было видно. Рисуем. Вот здесь был вход. Но здесь я входил половинкой риска на сделку. Здесь была доливка, вот как видите, стоит. И здесь уже сделка была 100% загружена. Стоп-лосс стоял вот здесь, вот под этой свечой, не считая хвоста. Ну что здесь сказать? Входил половинкой, потому что в сделке был не очень уверен и покупал практически на хаях. Вот здесь с одной стороны я вошел поздновато, но с другой стороны цена еще здесь по большому-то счету не отстоялась. Я понимал, что мы еще можем здесь запиливать и запиливать. И поэтому вошел половинкой в надежде на то, что цена подойдет к уровню, снова нарисует мне точку входа, и я здесь дольюсь до 100%. Так оно и получилось. Я вот здесь долился, да, и потом сидел спокойно в сделке. Сегодня я ее закрыл. Ну, как я уже говорил, есть у меня на это свои причины. Двадцаточку поимел. Ну, нормально, нормально. Всем удачи.